психоз, да еще нарушение ритма, типичный перелом. Что нам по этому вопросу говорят разные исследования? Вот этот вопрос широко исследовался при введении залимированной кислоты. Что касается функции почек, начался мониторинг функции почек. Действительно, может чуть-чуть повышаться креатинин, где-то 1,3% женщин по сравнению с 0,4 группы плацебо, но это все обратимо. Но просто надо помнить, что у пациентов со сниженной функцией почек до определенного уровня этот препарат принять не надо. Гипокальцемия тоже может в первые несколько дней приема, поэтому мы так радуем, когда даем препарат, что надо применять препарат кальция, естественно, достаточное количество витамина D. Ну, во всех, как правило, случае гипокальцемии есть симптомы. Но вот что касается мерцательной аритмии. Действительно, в одном из исследований по золенированной кислотой действительно чаще достоверно она встречалась у пациентов, которые уже получили аборт по сравнению с группой плацебо, и которая фиксировалась как серьезно нежелательная гибрид. Но когда стали анализировать все это, оказалось, что вот эта мерцательная аритмия фиксировалась через 30 с лишним дней. То есть когда уже препарата там в крови нет, а в костях он сидит, и точно связь, так сказать, проследить не могут. Более того, когда это увидели, когда начали вводить этот препарат, всем сделали ЭКГ спустя 9-11 в этом исследовании. То есть сначала заподозрили, а в третьей инфузии решили всем пациентам в одной ветке всем сделать ЭКГ на 9-11 день после инфузии. Ну и в данном случае различий обязательных аритмий и нарушения ритма грубо не было. Тем не менее, значит, европейские ученые оценивая все эти явления, пишут, что фибрилляция предсердий данные противоречивые, но возможность связи пока не исключается, требуется дальнейший исследование. Что касается остеонефроза нижней челюсти, это очень редкое осложнение. Действительно, оно характерно для внутривенных Великобритании. Одно говорит, есть связь через 5 лет, другое говорит, нет связи. И эту связь надо исследовать, то есть доказать, что связи нет. И еще, даже когда стали очень долго применять эти препараты, накопился огромный клуб, и как редкое осложнение, атипичные переломы. Что такое атипичный перелом? Внезапно начинает болеть бедренная, предположим, кость, пациент прихрамывает, он ничего не ломал, а вдруг делают рентген, а там вот такой тип перестроечного перелома. Редко, но бывает. Как правило, у людей, которые бесконтрольно принимают эти препараты более 5 лет, но опять доказательств пока связи нет, хотя клинически я тоже такие вещи видела, но требуются дальнейшие исследования, и на сегодняшний день соотношение польза-риск в бифосфонатах соотносит явно в пользу этих препаратов. Таргетная терапия. Таргетная терапия в онкологии, таргетная терапия в гематологии. И мы говорим, да, вот таргетная терапия появилась в терапии остеопороза. И чем отличается таргетная терапия от нетаргетной? Если взять вот бифосфонаты, да, мы увидим речь о каждом механизме действия, то есть препарат целиком идет в пояс, да, сидит после ткани в местах активного разделирования и прямо блокирует там функцию зрелых остеокласта. Таргетная же терапия действует на какие-то тонкие механизмы остеокласта генеза. Либо это ингибиторы катепсина, когда накоптим, а катепсин выделяется в процессе костной резорции, лизосомальный фермент. Либо это постанаболическая терапия, это препараты антитела к склеростину, они как бы снимают блок функции остеобластов и стимулируется функция остеобластов. Ну и то, что у нас на сегодня есть в руках, таргетная терапия, это препарат, который блокирует продукцию рампа и таким образом снижает остеорезорцию. Всем известный денозумаб, он существует в двух формах. Проля 60 мг для остеопороза и экзжира 120 мг для лечения костных метастазов. Ну, бифосфонаты тоже не стало углубляться, применять это лечение костных
блокируют рамки, которые на остеокласты, не дают связываться с рамками, которые на остеокласты, и тем самым блокируют образование зрелых остеокластов и уменьшают костную резорбцию. Плюс они могут блокировать эти же позиции и на зрелых остеокластов. Начинали с того, что сначала пытались создать остеопротегерин как таковой, да? Но не получилось по его эффективности и создали легат к антителу, к легату ядерного фактора КАФА-2. И таким образом, когда мы применяем дентосумаб, он значит, ингибирует легат ядерного фактора, на остеобластах, рамку, которая есть на остеобластах, нищим соединится и снимается активизация образования преостеобластов, а также есть сведения, что дентосумаб подавляет активность выживания и совет зрелых остеобластов. Как действуют бифосфонаты? Бифосфонаты подавляют костную резорбцию вместе с фиксацией. Больше всего откладываются костные ткани, но откладываются больше всего без активного костного ремоделирования. А где больше происходит костное ремоделирование? Это регулярные костные ткани 80% и 20% вертикальные костные ткани, хотя на самом деле запасы вертикальные костные ткани больше, и она обуславливает больше прочность кости. Ну и они понижают активность костного пласта, и снижается, после они поглощаются остеокластами, блокируется и снижается костная резорбция. Как распределяются бифосфонаты? Еще раз повторяю, бифосфонатные костные ремоделирования и преимущественно кардикулярные костные ткани. Вот они, видите, откладываются по периферии антикардикулярная костная ткань. Дентосумаб. Дентосумаб омывает и кардикулярную костную ткань, и одновременно присутствует и в активных ретикулярной костной ткани, и в вертикальной костной ткани. И вот даже есть вот такие вот исследования, где показано вот этот контрольный мыши, а это мышь, которая получила на меньше полгода назад, и он присутствует в крови, пока он есть, он есть. Полгода его нет. Доказана его эффективность и в снижении костных маркеров, и в повышении минеральной плотности костной ткани, но обманка доказана его эффективность по снижению частоты переломов костей. Это корневые трехлетние исследования, 68% снижения, 20% снижения внепозвоночных переломов и бедро 40%. Побочные эффекты ждали. Очень ждали, поскольку это антитело и исследовали инфекции, злокачественные похоже стал через 5 лет, через 5 лет. Ну, на сегодня, да, и частота
Конечно, надо оценить приверженность пациента к лечению, прием кальция.
Наверное, тоже надо чуть-чуть подождать, чтобы после обработки как-то начало
вопрос немножко не в тему, по витамину D. А все-таки как удобно назначать, раз в неделю или раз в день? То есть раз в неделю доза намного больше, да, получается? Вопрос, значит, про ответ, как удобно пациенту, как он не будет заболевать. Потому что витамин D депонируется и долго циркулирует в крови. Можно назначать каждый день, раз в месяц, раз в неделю, даже раз в два месяца. Да, есть такие работы. Но как удобно больному с ним обсуждать? Есть, конечно, ситуации, когда лучше каждый день, да, когда была операция по поводу ожирения, да, вот там тяжелые бывают ситуации, при ожирении как таковом, или в день какие-то патологические ситуации. Но в принципе, как удобно больному? А почему доза в неделю настолько больше, чем в день? Да? То есть это не ужасно, 50 тысяч. Уменьшает. Если вы хотите в день до 2000 единиц, умножаем на 7, в неделю дает 14 тысяч. Просто у американцев написано 50 тысяч. Либо 50 тысяч в неделю. 50 тысяч, ну, больше 400 тысяч давать никогда нельзя, даже полгода. Потому что есть данные о том, что те, кто получает больше 4500 тысяч, чаще перелом. За рубежом иногда дают раз в 3 месяца. Но учтите, там есть еще инфекционные. Ну да. Спасибо. Все, Жанна Евгеньевна, может, оставить? Ну, давайте. Формально да, но вы говорите с педиатрами, мы детьми не имеем права узнать. В наших рекомендациях указаны эти дозы, в среднем, да, 800 международных дней, максимум до 2000. Так, человек у нас на связи есть, сейчас он хочет. В 49 лет с ней уже произошел перелом,
Она сломала пяточную кость и лодыжку при обычном падении, но на тот момент никто не обратил на это внимание. 58 лет она уже ломает ключевую кость, и здесь внимательный доктор направляет на Брюсский перелом. Как правило, существует прямая корреляция между остеопатическим переломом и показателем Брюсский перелом. И у нее показали Брюсский перелом минус 3,5 – это критерий. Врач справедливо расценивает, что и перелом у пациентки есть, и критерий низкий. В общем, назначает ей терапию гиалуроновой кислотой. А сразу дает терапию ингредиента, потому что пациентка страдает рецидивирующим эрозивным гастритом уже на тот момент. Через год у больной наступает нейтрализация процесса, небольшая отрицательная динамика, очень условная, это дело погрешности метода, бежит. В общем-то, врач пациентку успокаивает, ну, давайте продолжим лечение, все нормально, но пациентке что-то вот ее успокоит, собственно, из-за этого она приходит на дополнительную консультацию к нам. Наиболее частые причины неэффективности терапии. В первую очередь, это, конечно, низкое передачное давление. Когда мы начинаем детально прицельно расспрашивать пациента, мы узнаем, что из 4 инъекций она на самом деле будет, она получила только 3, потому что где-то она третью делала повестку жительства, центральную дачу, ввела аппарат ей, ну, фактически под кожу, не попала в вену, ничего. Она лечилась после этого, ничего страшного не произошло, но тем не менее, четвертую инъекцию она сделать не стала. А вторая наиболее частая причина – дефицит витамина D и кальция. И действительно, мы узнаем, что врач, терапевт, назначивший терапевт, как ты сказал, что препарат кальция витамина D – это, в общем, не терапевт, а препарат, а профилактика, поэтому, получив лечение, она уже, собственно, их не принимала, и принимала эпизодически. Но это безусловная составляющая любой терапевтской базы, иначе мы не получим должную прибавку нейрального пунктуру, потому что, по сути дела, мы меряем кальция граммы за миллиметр квадрат. Ну и, наконец, третья причина – это наличие других заболеваний, приводящих к остеопорозу. Их великое множество. Несмотря на огромную такую таблицу, скажем, заболевания, приводящие к вторичному остеопорозу, таких больных всего 10% от костного мозга. Поэтому в чем-то врач был прав. Выбрал самую частую патологию, пациентка по всем параметрам выходила, ранее на паузу, но не стал ее как бы детально обследовать. Но есть заболевания, которые нужно лечить принципиально по-другому, нежели заболевания остеопороза на фоне других заболеваний. То есть это онкологическая патология, остеомаляция, гиперпаратиреоз, ну и такие редкие причины несовершенно выявлены, болезни печени, остеопороз. То есть эти все патологии сопряжены с повышенной крупностью костей, но если, например, петелетоксикоз мы назначим бисфосфонаты, отлично, там, в общем-то, и надо лечить, в другом нас ничего нет в этом направлении, но то здесь надо принципиально по-другому подходить. И мы всегда в нашей больнице рекомендуем проводить ряд тестов. Например, наш самый популярный тест – это химический анализ крови. Не потому, что мы к нему можем поставить остеопороз, а потому, что мы можем исключить другие заболевания. Ну, также клинический анализ крови и достаточно популярный исследование является анализом. Что мы видим у данной пациентки, просто вот получавшей при инфузии гипотонной кислоты? Мы действительно видим, что это очень низкий витамин D. Это существенный фактор риска, по сути дела, это определенный уровень, нарушается минерализация, и это остеомаляция. Кроме того, мы видим повышение кальция. Ну и я думаю, что в зале эндокринологи дальше это достаточно просто. Мы делаем ей исследование парад гормона, хотя при высоком кальции он будет и подавлен, тогда это может быть другая какая-то причина. И действительно, парад гормона не усилен. Разумеется, и при УЗИ, и при сцинтиграфии достаточно легко выявить аденому около щитовидной железы. И такой больной, безусловно, показано хирургическое лечение. Но я думаю, что многие согласятся со мной, что все-таки остеопороз у этой пациентки, скорее всего, имеет смешанный генез. Когда она после хирургического лечения приходит к нам снова через 6 месяцев, мы видим у нее значительное улучшение. Ну, нормализацию пальца, нормализацию пары гормона, витамин D, он, в общем-то, поднялся, потому что мы ее интенсивно этими препаратами лечили, и даже немножко улучшила скорость клубочковой фильтрации. То есть на момент вращения она была ниже, около 60. Что тоже, в общем-то, негативный эффект пары гормона. Но ее умирали плотность костной ткани, хотя немножко и улучшилась,
артериоз в анамнезе, разительные жаркотесячатыми обострениями, низкая приверженность к предыдущей терапии, несмотря на то, что это была инфузионная терапия, ну и сам себе такой тревожный характер пациентки, потому что она уже обеспокоена, у нее совсем другое заболевание было, или что-то не так диагностировалось, она ужасно нервничает. Вот, собственно, наш выбор для данной больной. Но у пациентки, которая уже была, она только что гиперпаратизм лечили, парацетамол назначать, скорее всего, не будем. Пероральные бисфосфонаты включаются для эрозинного гастрита, который не прошел. Остаются бисфосфонаты внутривенные. И деносумаб, собственно, тот препарат, о котором долго рассказывали и другие ребята. И среди бисфосфонатов внутривенных у нас есть бангива, она ее уже пробовала. И залидроновая кислота 5 мг для ежегодной внутривенной эпизоды. Собственно, вот на этом этапе мы и выбирали между залидроновой кислотой один раз в год и деносумабом один раз в 6 месяцев. По некоторым формальным признакам препараты выглядят, условно говоря, похожи, тоже редкий режим дозирования. Но чем они отличаются? Начнем с того, что на сегодняшний день у нас есть исследование, как сравнивать эти препараты напрямую. То есть это 643 женщины в постменопаузе, прямое сравнение ТПТ. И мы видим, что по переломам это мало, чтобы получить какое-то различие, но мы видим, что действительно деносумаб повышает минеральную плотность костной ткани даже за фототерапией значительно лучше, чем залидроновая кислота. Причем во всех отделах скелета, это и в поясничных позвонках, и в бедре, и в шейке бедра, и в лучевой кости, что для пациентки с гиперпаратизмом анамнезом безусловно важно. Конечно, у нее гипер. Лучевая кость очень сильно пострадала. По нежелательным явлениям, здесь тоже совокупность нежелательных явлений, полученных из паразита, то есть это самое корневое исследование залидроновой кислоты, более 7 тысяч человек, и среди корневое исследование деносумаба, там тоже более 7 тысяч человек, выборки по количеству, во всяком случае, сопоставимы, поэтому мы можем выявить различные побочные эффекты. Ну, в чем особенность? Конечно, на залидроновой кислоте 30% на самом деле, в общем-то, в реальной практике иногда и больше, имеет белкоподобную реакцию, что может некоторые больные смущать. Есть небольшое повышение креатинина. У нас скорость глубочки фильтрации нормальная, чтобы назначить залидроновую кислоту, но почки уже были немножко скомпрометированы. У деносумаба эти нежелательные явления не наблюдаются, ну а подробно рассказывали мы яркими, есть даже некоторая польза. Снижение риска падения. Но тем не менее, вот для данной пациентки почему было именно гиперпаратизм реакция. Собственно, о ней мы и обсуждали. Поэтому сначала мы еще раз дали поликальцитрол. 50 тысяч международных единиц один раз в неделю, 6 недель. Мы помним, что несмотря на то, что она имела сначала серьезный дефицит, потом это был умеренный дефицит, 18 у нее был витамин D. Затем мы снова назначили насыщенный витамин D. И, далее уже инъекции проли. Вот ее результат через 12 месяцев терапии. Мы видим хорошую положительную динамику во всех отделах скелета, в том числе и в лучевой кости. Следующий клинический случай – это пациентка 75 лет, жалоба на сильные боли в поясничной области. 48 лет уже наступила менопауза, хирургическая. А в течение длительного времени она страдала от боли в спине, где-то 64 лет. Она упала с этой собственной бросок, не смогла подняться из-за сильной боли в спине. В общем-то, каких-то других факторов риска остеопороза она отрицала. По данным ее обследования, выявлены два инвазионных перелома тела позвонка и снижение роста на 6 см по сравнению с молодым возрастом. По дейс-симметрии мы видим, что в поясничных позвонках, даже вот мы взяли 2 или 4, вот дейс-симметрии минус 2 и 3 не так уж и плохо. Но в шейке бедра минус 2,6, то есть это явный остеопороз. И в лучевой кости у нее тоже минус 2,6. При исследовании никаких, в общем-то, намеков на другую патологию, нормальный кальций, нормальный креатинин, все показатели в норме. Единственное, что ТТГ у нее несколько повышен, субклинический гипотиреоз и очень высокие маркеры костного разрушения, что связано с недавним переломом, достаточно свежим. Диагноз – постменопаузальный остеопороз, тяжелое течение,
второго поясничного позвонков, с потерей МПК до минус 2,6 щитовидра и минус 2,6 лучевой кости ипотечной клетки. Тут клинический гипотиреоз. Но особенности данного клинического случая – это все-таки преимущественная потеря кости МПК и мухотекальной кости, и высокий риск нового перелома, потому что два низкопатологичных перелома тела позвонков уже есть. Ну и дальше у нас стоит выбор терапии. В общем-то, этим пациентам тоже важно сделать эмболической терапии и эмболизационной терапии такими патентными препаратами. Ну и в данной ситуации я, может быть, немножко повторюсь, чтобы просто объяснить механизм, почему, когда бактерии преимущественно в кортикальной кости, у нас есть некоторые преимущества именно под эту сумму. То есть если мы посмотрим на бисфосфонаты, то они полностью либо выводят цепочками, либо абсорбируются костной тканью. При этом они преимущественно абсорбируются там, где высокий костный обмен. Высокий костный обмен, ну, на самом деле, там, где перелом. Наши больные действительно 0,91, и они, скорее всего, пойдут в зону перелома. И поэтому есть ограничение на то, что мы не вводим препараты без фоната в первые 30 дней. Например, если вести оплату, она может не распределиться, наверное, по всему стилю. Ну и, соответственно, вот в этой зоне будет много без фоната, там, где костный обмен более низкий, скажем, протекательная кость, его будет меньше или совсем мало. То есть в какой-то момент мы достигнем равновесной концентрации, и поэтому в дальнейшем увеличение терапевтического эффекта мы можем уже не достигать. То есть уже какой-то мы достигли, можем удержаться. Если мы говорим о денсумабе, я не случайно показала вам костную регулирующую единицу, объединенную с сосудом. По сути дела, это обязательный фактор любого регулирования. Он циркулирует везде. То есть его концентрация постоянно в сухости крови, и он не связан с костной тканью как таковой. То есть он не зависит от того, насколько активен в данном случае костный обмен. Он просто предупреждает избыточное образование структуры, и это все независимо от того, если здесь их много этих костного пласта, но их будет меньше или вообще не будет, если, соответственно, их нет, ну как бы их нет и нет. Мы независимо от скорости костного обмена, и поэтому, собственно, вот эта картинка, препарат везде, здесь препарат на поверхности. Безусловно, если мы видим залитроновую кислоту, она будет преимущественно подтверждать новый перелом тела позвонков, повышать его пока и не там. А у нас еще есть потеря шейки бедра, достаточно большая, и мочевой кости. Ну, а вот эта картинка, которая показывает, что, в общем-то, хорошо повышается федеральная шейка бедра везде, на фоне введения бисфосфоната. И при дополнительном анализе, если мы возьмем именно группы высокого риска, то есть это, например, пациенты, у которых МПК в шейке бедра хуже, чем минус 2,5, потому что не обязательно все включенные с исследованиями больные, они имели по-настоящему сниженную МПК в шейке бедра, достаточно двух звонков. Или пациенты старше 75 лет, или пациенты, которые старше возрастной группы, еще не низкая МПК. Это все те больные, которые с высокой вероятностью будут ломать себе бедро. И вы видите, что денсумаб продемонстрировал одинаковую хорошую эффективность, даже чуть больше по предупреждению перелома бедра во всех этих когортах высокого риска перелома. То есть мы, в общем-то, обоснованно можем выбирать препарат для данного пациента. Но действительно, назначаем ей денсумаб 60 мг 1 раз в 6 месяцев подкожно. В сочетании с добавками кальция и витамина D мы дали ей также препарат тироксина, ну и контролируем ее на фоне проводимой терапии. Вы видите, что уже через 3 месяца, несмотря на то, что у нее очень был высокий маркер костного разрушения, показатель снизился и остается низким в течение всего времени терапии. Но остальные показатели, в общем-то, не сильно изменились, и тут мы, конечно, ее насытили витамином D еще до начала лечения витамина K. А вот ее дексиметрия, дискоза, L2-L3. Минус 2,3, ну и, соответственно, во всех отделах вы можете посмотреть, что 2,4, минус 1,7, это было минус 2,4, минус 2,3. Мы положительную знаку, но через 6 месяцев терапии, и то же самое лечение, это всего 6 месяцев. За год, в общем-то, тоже хорошая ситуация, то минус 2,6 лица, а то толки минус 1, и так, и минус 2,3. Следующий клинический случай, я уже буду быстрее, это пациентка 86 лет, жалоба на сильные боли в спине, дающие нижние конечности, боли в суставах,
падает и ломает левую плечевую кость. Ну, вот ее, вы можете посмотреть, достаточно сильная деформация, вот эти позвонок фактически полностью сломан. Здесь чуть лучше, но тоже есть перелом. Ну, действительно, естественно, очень выраженная потеря в нейральной плотности кости. И по показателям, которые мы измеряли, в общем-то, ничего особенного у нее нет. Даже там неделю относительно нормальный. Шумный шпанцик в нашем измерении, и мы будем ее компенсировать, но тем не менее, это не такой тяжелый дефицит. Диагноз постменопаузальный остеопороз, тяжелые течения, компрессионные переломы 11-го грудного, 1-го и 5-го поясничного, правильный перелом левого чрева, то есть снижение функции конечности, потеря НПК до минус 3 и 2 шейки бедра, минус 3,9 поясничный позвонка, минус 4 лучевой кости по Т3. Ну и стабилизация плечевой ногой и проводимой плечи. То есть особенности данного клинического случая — это слабая эффективность предшествующей терапии, но условно слабая, в общем-то, стабилизация мы тоже считаем хорошим результатом в ряде случаев, и высокий риск падений и переломов. Ну, опять наша с вами картинка. Здесь, конечно, пациентка делает для нас больно лучевой кости, она страдает, она у нее лучшая функция. В общем-то, мы знаем, что дуросумаб может быть эффективен и после того, как пациент уже лечился антидонатом, и будет, в общем-то, более эффективен, чем раннее дуросумаб по прибавке минеральной плотности ткани, то есть те задачи, которые перед нами ставят пациент. Кроме того, снижает риск переломов лучевой кости, во всяком случае, только против больных минеральной плотности костной ткани минус 2,5 хуже, то есть это опять субпопуляция больных костных перелом, мы видим уже через 6 месяцев терапии. И через 4-5 лет это общая популяция, да, где, в общем-то, сам по себе риск перелома лучевой кости не очень высокий. И будет рекомендован тоже денозумаб, добавка дальнозы и кальция, сочетание всегда их даем. И в данной ситуации мы также проводили контроль, через 3 месяца проведение снижения маркера костного разрушения, и маркер костеобразования еще пока не менялся, но в дальнейшем он будет снижаться. Четвертый клинический случай, последний, это женщина 73 лет, у которой был выявлен токсический зуб. У нее выявлен также был 61 год остеопороза, она очень длительно лечилась без испомата, то есть в общей сложности до 71 года. Затем у нее был установлен парконсонизм, назначено лечение, выявлено много компрессионной деформации тела позвонков, по всей видимости на фоне лечения парконсонизма, и тогда ей была назначена анаболическая терапия и телепаратика. А на фоне анаболической терапии состояние несколько улучшилось, но у нее один токсического зуба, и на этом фоне она ломает лучевую кость. То есть у нас тут есть сочетание индивидуального психоза, перелома левой лучевой кости, и пациентка, в общем-то, мы приняли решение также, что ей нужно будет прекращать терапию телепаратином, ну и на что ее перевести после длительного лечения с фанатами, года лечения телепаратином. А мы знаем, что после лечения терапии денозумаб, в общем-то, очень эффективно повышает НПК, как мозг, собственно, вагинала, если мы лечим телепаратином и денозумабом, так и, собственно, только телепаратином. Ну и на основании этого ей тоже был установлен диагноз мозгового остеопороза, тяжелое лечение, компрессионный перелом тела здесь с 6 по 10, у нее синдром Паркинсона, и ей был рекомендован денозумаб и большая доза поликальциферола из-за того, что все препараты, которые мы лечим, но Паркинсон, они улучшают метаболизм адреналина D. В заключение хочу сказать, что выбор пациентов, то есть, собственно, кто эти больные, которым показана новая антидепрессивная терапия денозумаба, это в первую очередь те больные, у кого есть снижение минеральной плотности костной ткани, кортикальной плотности, они имеют в первую очередь. Да? Он, безусловно, эффективен для предупреждения риска перелома бедра высокой, группы высокого риска, а также лучевая кость группы высокого риска. Он может назначаться тем, у кого бисфосфонаты были неэффективны или недостаточно эффективны, на ваш взгляд, повышение минеральной плотности костной ткани, мы можем ожидать лучшего ответа на НПК. Ну и особенности этого терапии, если у
большое слово, да, он не остается в костной ткани, за счет этого мы можем получить больше терапевтический эффект, но после отмены препарата мы должны это принимать. Он не влияет на такую цепочку, то есть мы меньше беспокоимся о снижении костной ткани, он субъективно хорошо переносит. Ну и, конечно, у него есть показания, если костный кузальный остеопороз у женщин и субъективный остеопороз у мужчин. Спасибо большое за внимание. Спасибо.
в пределе риска, повышение риска онкологии. Но мы иногда его используем. Мы его также используем для купирования гиперкальцемии, в том числе и кафедры, по-разному. Второй вопрос был? Остеогенон. Но мы лично остеогенон не используем, но я знаю, что его очень любят травматологи. То есть мы не редко назначаем. Почти всегда это пациент-травматолог, который уже получает препарат, они так дополнительными. Так как у него нет каких-то серьезных нежелательных явлений, нет доказанной эффективности, я считаю, что если пациент готов платить большие деньги за плацебо, а может быть там что-то и есть, то я разбеждаю только тогда, когда я знаю, что риск лечения значительно превосходит. Препараты кальция, но есть кальций-карбонат и кальций-цитрат, по сути дела. Еще есть кальций-ацетат. Кальций-ацетат используется для связывания фосфором почти не сасывается. Я склонна применять то, что мы обычно используем в клинических исследованиях. То есть, как правило, когда мы проводим международные клинические исследования, фирмы закупают нам кальций-карбонат. Кальций – это тренингомент, у нас достаточно я не потому, что мы никак с ним не связаны, но это правило составляется вместе. Правда, несколько раз покупали разные препараты кальция, но в основном это был кальций-карбонат. То есть, если мы говорим про кальций-цитрат, то я ничего против не имею, но мне важно именно доза витамина D в таблетке. Исследования Horizon и исследования Freedom отвечают ровно в два раза в этом процессе.
То есть я вас на полном серьезе говорю, два раза больше пациентов в группе плацебо ломались на залидронной кислоте. Почему? Потому что там заведомо была более тяжелая какого-то пациента. Там было более старое исследование, и требования в группе плацебо, они были менее жесткие. В исследовании Фридер пациентки, которые были включены в группу плацебо, ну, естественно, в группу лечения, потому что это рандомизированные контролируемые исследования, они имели несколько меньшую частоту переломов бедра, и поэтому напрямую мы сравниваем эти показатели не можем. Хотя цифры вроде выглядят одинаково, но мы можем ожидать, что там более тяжелые группы, субпопуляция высокого риска, мы можем получить, может быть, лучшее лечение. Не знаю. То есть у МПК действительно лучше, у переломов не знаю. Не до конца. Если вы начали лечить роли, ну, как я в своей практике делаю, то есть мы лечим до достижения тех критических целей, которые я представляю вам. То есть мне нужно поднять минеральный полностью где-то определенного прогноза, цифры, условно говоря, которые меня будут варить. После этого я в реальном случае назначаю антисептические препараты, даже надежды без испанка, если я буду сильна, и это позволяет сохранить эти. То есть мы даем сифонат, когда мы отменяем роли, маркеры резко пойдут в клетку. Весь скелет очень редко будет активен. В это время очень хорошо дать сифонат. Он возьмет весь скелет. И... Я сказала. Я не просто повторяю роли, но то есть 10 лет мы максимум можем этот препарат лечить, но в ряде случаев пациент, например, не должен лечить. А экономическими соображениями, Европейской стации эндокринологов, американской стации эндокринологов. То есть там они тоже используют дозы.
8,7 миллиграмм гипокальцемии. Переносимость залитрованной кислоты, если мы не компенсируем дисфункциональное состояние, она на практике мы видим. И, естественно, ответ на лечение, даже если мы используем деносумаб, если витамина D и кальция нет, но откуда у нас будет прибавка на глаза? Поддерживающая доза у пациентов с морбидным ожирением, она обычная.
говорим, от 800 международных единиц до 4000, там мы даем 5-7 тысяч международных единиц ежедневно. То есть до 10 тысяч, что считается, что 10 тысяч безопасно, но я, честно говоря, 10 тысяч в день, у меня нет таких пациентов, которые на постоянной основе получали такую дозу, это может быть только в больнице ожирения, так и выражено. И еще если у них до этого была соответствующая операция. То есть в нашем клинических рекомендациях 5-7 тысяч мы рекомендуем ежедневно. Это получается в пересчете на капельки 14 капель. То есть они каждый день принимают до недельной дозы нашей обычной. Кстати, я читала программное исследование, у детей проводили тоже исследование в школьном направлении, давали 14 капель в неделю витамина D. И, в общем-то, эффект был хороший на повышение уровня витамина D и был безопасный, они не зарегистрировали у детей рубежные исследования на повышение уровня кальция и каких-то нежелательных явлений. Но, опять же, школа, дети, подростки, конечно, если мы говорим о более маленьких детях, им тоже, наверное, надо все-таки стараться каждый день. По поводу высоких доз, опять же, зарегистрировали низкие витамины, только тогда мы даем. Если мы не зарегистрировали, давайте нам не разрушим. Да, слушайте, там...
Но вы же понимаете, что это клинический диагноз. То есть если у пациента, условно говоря, давали уровень креатинина, но факты не оказывают. На фоне лечения, того,
чего вы говорите, фактически не просто хорошо залезли в суставы, да, заголовки суставы. По дециплометрии пациента не потери ЖПК и, собственно, ну да, снижены витамин D, который сейчас компенсируется. Вот наличие длительной терапии, в данном случае лечения гипотензии, подразумевает ли возможность назначения на какой-либо терапии, если подразумевает, то как? Ну, спасибо большое за вопрос. Мы, конечно, очень много работаем с пациентами, но в большей, конечно, степени эндогенным микрокортицизмом. И есть прямая абсолютно зависимость между дозой, которую вы даете, и риском перелома. То есть если у него, у больного уже есть остеомикрозы, но нет перелома костей, возможно, его ходит будет. А чего бы перелом? Плеча. Ну, если был перелом, то я думаю, что стоит рассмотреть. В данной ситуации при глюкокортикоидном остеопорозе показания есть только бисфосфонат, но и гиалуронопротеин. А вот тут я сегодня могу дать. Что будет лучше, если вы играете для данного? Я, насколько знаю, ЦИТО предпочло бы бисфосфонат, именно из-за остеомикроза. Но по гиалуронопротеину у меня нет таких данных. Хотя лично я при глюкокортикоидном остеопорозе предпочитаю гиалуронопротеин. У меня в основном пациенты были, то есть клыб больного на первое место все-таки выходит остеомикроз. Я думаю, страдает он от них в основном. То есть он про свой перелом плеча, он как-то уже вот забыл, и здесь мы можем в витамином D что-то скорректировать. Здесь все-таки нужно совместно с травматологами работать. Они используют, насколько я знаю, бисфосфонат. Уровень кальция безопасный, тот, который предупреждает назначение, да, то есть если мы говорим про назначение антирезорбтивной терапии, то мы же заведомо знаем, что эти пациенты будут иметь снижение уровня кальция, и крови кальция преимущественно переходит в костную ткань. То есть здесь надо давать дополнительный кальций в той дозе, которая отработана в международных исследованиях, 1000 мг. Мы в меньшей степени боимся, да, то есть терапевтический вверх. Если мы говорим про профилактику, то есть нативные, ну, пациенты, они ничем не болеют и хотят позаботиться о своих костях. Я здесь скажу дифференцированно. Я все-таки выбираю тех больных, которые заведомо них мало, ну, по каким-то культурологическим или другим особенностям используют мало кальция в продуктах питания. Только им, в общем-то, даем добавки. Я предпочитаю добавки витамина D, но и очень спорно много было вопросов именно по добавкам кальция, если мы говорим больше, чем 500 мг на чистом фоне, без антирезорбтивной терапии. Там были действительно данные, что повышает риск инфарктов, ну, они противоречивы, кто-то показал, кто-то не показал, но те статьи, которые показали, они были очень нашумевшие, и, в общем, на самом деле достаточно качественные. Они, однако же, показали, что если 500 мг меньше, вроде бы этот риск не повышает. Спасибо большое. Вопрос. Компьютерная тензиометрия уже можно использовать для диагностики вот, или для какого-то лечения? Или... Вы имеете в виду на компьютерном томографе? Да. На пресс-КТ. Мы собираем компьютерную томографию, да, да, да. Вы знаете, я считаю, что это прекрасный метод, но мне сложно сказать, можно ли его использовать как стандартную тензиометрию, потому что все-таки все вот так же, как мы отвечаем на вопрос, почему вы не исследуете грудной отдел позвоночника, я не знаю, еще какие-то кости. Просто не разработаны программы, не разработаны критерии. Что считать нормой, что считать патологией, что считать остеопенией или остеопорозом. Потому что программа все считает. И вам надо обратиться к производителю, чтобы он предоставил какие-то результаты исследований. Вы уже оцените, насколько эти исследования закономерны. Может, вы проведете свое, сравните с той дециметрией, которая более традиционна. Но в мировой практике пока что все эти методы, они используются в научных целях. Их используют в клинических исследованиях, препаратах. В общем-то, активно все про них рассказывают, как прибавят, как должен. Там результаты получаются намного красивее, лучше. Но таких четких критериев, что считать нормой, что патологией, в общем-то, я не вижу. Не то, что здесь не занимались, этим вопросом в мире, ну, если бы у нас этого не было, но в мире
была вот четкая точка отсчета, да, как у нас есть минус 2,5, утвержденный ВОЗ, я бы вам обязательно об этом сказала. Но такой четкой точки отсчета для именно компьютерной, количественной компьютерной томографии, то есть, собственно, то, что называется компьютерная денситометрия, ее нет. Поэтому я не могу сказать, что считается. Вы можете запросить данные, и уже там как бы не так давно фолликулярный индекс кости. Он вошел. То есть он считается хорошим методом, он вошел во фракцию. То есть по нему можно как-то ориентироваться в плане фракции. Но опять же, просто вот такой точки одной, то есть этот показатель мы вводим во фракцию и уже считаем какой-то риск. А одной точки нет. Ну так минеральная плотность после ткани, да, ну а минеральная плотность, вы получили цикл минеральной плотности после ткани. У вас была грамма на миллиметр квадратный, а сейчас стала грамма на миллиметр кубический. Что считать нормой, что поголовье? Например, у вас получилось на самом деле больше получится. А грамм на сантиметр кубический получится больше, чем грамм на сантиметр квадрат. Как нам оценить, это много или мало? Я вам говорю, что нет критерий, которые бы мы могли использовать в клинике. Каким-то другими факторами риска. Мы принимаем решение, у нас значение терапии профилактической.
На основании мы знаем, что повышение температуры высоких цифр, если они верхние, на этом уже никто выше нормы, это фактор риска перелома, независимо от системы. Мы в нашем центре действительно используем это в качестве диагностики. То есть у нас есть работа, моя работа, в том числе включена моя диссертация, когда стокальцина, это прекрасный диагностический тест для эндогенного гипертензизма. У нас когорта женщин после менопаузы, пришедших к нам со остеопорозом, а ушедших от нас без опухолевого почечника, обусловленная эндогенным гипертензизмом. То есть это действительно приходит женщина после менопаузы с переломом компрессионного тела позвонка, с тяжелым остеопорозом, в ряде случаев это был перелом бедра. И, в общем-то, в первую очередь она обращается по поводу остеопороза. Или хуже того, приходят ее родственники, потому что она ходить уже не может, и тоже обращается по поводу остеопороза. И когда мы начинаем проводить исследования, мы так, в общем-то, смотрим иногда на маркеры, у нас есть такая возможность. Без лечения пациента, у нее стокальцина после менопаузы низкий, прекрасный маркер, глюкокортикоидов. Если она их не принимает, то нужно стать эндогенным гипертензизмом. Это редкая, очень редкая патология. Вы знаете, в постменопаузе нет вот этих ярких клинических проявлений кушания, нет вот этих щечек. Но они есть, но это выглядит как вот, эритема у пожилых людей. И вот так на улице вы никогда не поставите диагноз пожилому кушанию. Но тем не менее у нас их довольно много. В частности, моя диссертация, у меня было 20, больше 20 женщин, чуть по-моему, 23 женщины, именно с остеопорозом на фоне эндогенного гипертензизма. То есть я не отрицаю, что у них постменопаузальный был, но для этих пациентов остеокальцин, то есть снижение ниже, чем 8,30 мг, чувствительность 90%, специфичность 90%. По сравнению с 60%, подряд брали больницы с обычным постменопаузальным остеопорозом, ранее не лечили. Конечно, если пациент уже получал бисфосфонаты, это нормально, но если он ничего не получал, то может быть диагностически не знаю. Пожалуйста, тогда я